Привет. Привет. Я сейчас в плену нахожусь. Весь взвод погиб. Со взвода никого не осталось. Я в больнице нахожусь. Мне сделали операции. Отнеслись по-человечески, все хорошо. В какой стране? Нахожусь в Украине. В Украине нахожусь. Тобой Александр, да? Саша? Ну да, наверное, дали вот позвонить. Я только... Нет, Александр какой-то звонил, я с ним разговаривала. Я говорю, я буду всю жизнь молиться, главное, чтобы с тобой все хорошо было, чтобы вернули тебя домой. Все хорошо будет. Созвонись со всеми женами пацанов. Надо будет как-то выйти на часть. Куда-то, на армию. Зая, что вот с тобой? Ты скажи мне, что у тебя с ногами, что у тебя? Говори нормально, успокойся. Что надо... Это Саша, да? Саша, вы говорите? Надо забирать наших парней отсюда. Как-то выходите на начальство, на наше, на всех. До Читы дозванивайтесь. Нужно парней отсюда забирать. Я тоже хочу домой. Да, понятно. Там хорошие ребята все с тобой. Да, относятся хорошо. Добрый. Я говорю, сделали операцию, ухаживают. Сейчас лежу в палате. Дай Бог. Все хорошо. Я буду молиться на вас, люди. Я буду всю жизнь вам благодарна. Верните мне мужа. Пожалуйста. Видишь, просто. Он хороший человек, поверьте. Наше командование обманным путем кинуло нас. Я говорю, они уехали на учение. Кто знал, что это произойдет? Я от них сейчас от наших дураков здесь страдает мирное население. Много невинных людей. Все, ты меня услышал. Свяжись с женами, со всеми, со взвода, с нашего. Выходите. Я надеюсь, что все на днях закончится, не будет больше войны. Все на это надеются. Я прошу, люди, кто рядом, Саша, дайте, пожалуйста, возьмите трубку. Все. Давай, по возможности еще выберемся. С тобой все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, я говорю, относятся хорошо. Они хорошие люди. Да. Нам рассказывали совершенно другое. Такого отношения к себе я наоборот не ожидал.